Добрый вечер, уважаемые зрители. Иду репортаж относительно железнодорожного полотна. У меня есть материал индийского происхождения. Сейчас я его дополню. Мы сейчас сравним. Кстати, я нахожусь на территории Украины. Значит, шашка стандартная. Да. Такой вот шлагбаум. Немножко веселый. С перепадом. Камеры показал. Я иду вперед. Сейчас буду идти назад. Заодно вам. Это у меня дополнительный материал. Старая трикотажка. Вот. Там уже машина сзади едет. Сейчас ее пропустим. На паузе. А сейчас будет ехать поезд. Поезд. Ждем его. О, он уже появился. Дин-дин-дин. Ну и звук, конечно, тот еще музыкальный. Наверное, киевский. Ладно, чернила заканчиваются. О, еще один есть. Вот так вот бывает. Два поезда, один на другой. Называется «Хутбе». Песок, наверное, везут. Сахарный. Кстати, железнодорожный вокзал находится недалеко от этого переезда. Город называется Мукачево. Вон там прямо, покажу пальцем. Вон там. О, а это, наверное, повезли горилку. Нефть называется. Ну ладно, вагоны вагонами. Хватит. Вот и хвост показался. Вы его видите? Я да. Ну, я поезд догонять не буду. Не имею веревки для парковки. Для цепления. Счастливо. Так, продолжение следует. Опять же, с правой стороны мы видим шлагбаум. Извините, за вечернее время очень занятый человек, нет времени днем снимать. По левой стороне такой вот замороженный вариант. Ну, одним словом, там вот справа рукой показываю то, что сами знаете. Вокзал называется. Ладно, удачи вам всем. Добрый вечер. А вот наши переезды. С правой стороны один шлагбаум. О, надо уже ехать. Выбачайте,